Здравствуйте, дорогие женщины. Как обещала, я вернулась к вам. Вы сможете передать мир женщины. Я, Босса Аделаджа, с удовольствием, доброходно веду эту передачу. Мы сейчас говорим, наша глобальная тема, трудные вопросы о женщине. И сейчас мы говорим вопрос о призвании. Призвание – это вопрос, который каждый должен решать для себя. Это значит, женщина должна решать для себя. И на прошлой передаче мы говорили, что пока женщина не найдет своего призвания, она не сможет быть счастлива в жизни. Вы знаете, я хочу поделиться с вами. Есть такая передача, называется TED. Это когда люди выступают, доклады делают. И я недавно посмотрела вот один такое выступление. И тема такая, как за 5 минут можно найти миссию жизни. Как за 5 минут можно найти призвание. И первое, то, что он говорит, и то, что поможет человеку найти свое призвание, это «Кто я?». И на этот вопрос, и как ответить на этот вопрос, я посвящу следующей передаче. Ждите, скоро увидимся.